минуту, ни на день не останавливается строительство, и днем, и ночью вот все это строят. Ну вот, я думаю, что они знают, что это, что делают. И вот Бриксу, я думаю, что, наверное, обязательно успеет. Видите, уже даже комнаты видно, очертания, там что-то будет. С левой стороны дворец единоборств Акбарс был построен к 27-м Всемирным студенческим играм. Спортивный комплекс говорит о том, что предки современных татар, тюрки, жили в степях, в юртах, вот в форме юрты. Здесь занимаются восточным единоборством, карате, ушу, дзюдо, тэквондо, также наша татарская национальная борьба на поясах Куреш. Фишка всех наших татарских праздников Сабантуй. А с левой стороны сейчас сквозь деревья уже виден самый большой телевизор в Европе. Он украшает фасад нашего стадиона Акбарс-Арена. Строился тоже 3 года. Круглосуточно, всей республикой, 15 миллиардов на него было потрачено. Не самый большой, один из самых больших, 45 тысяч мест вмещает. А телевизор, вот самый большой телевизор в Европе, 3750 квадратных метров его площадь. А рядом здание серо-голубого цвета напоминает набегающий на берег волну. Дворец водных видов спорта, под одной крышей 3 бассейна. Один бассейн, там дно даже регулируется, опускается, поднимается. Мы с вами проехали сейчас под пилоном высотой 50 метров. Буква М, миллениум, тысячелетие. Под нами река Казанка. С правой стороны под нами, посмотрите, один из самых больших экстрим-парков России. Урам, уличный, для любителей скейтов, роликов, паркуров, самокатов. Вот сюда приходят для того, чтобы хорошо провести время, совершенно бесплатно. Вот когда совсем будет тепло у нас, все кони, все закончатся там экзамены. Яблоку негде упасть летом, вот от...